К новостям спорта. Сегодня футбольный клуб «Лида» провел матч третьего тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» наша команда принимала гомельский «Бумпром». Счет в поединке на 13-й минуте открыл Данила Слесарчук. Однако лидировала «Лида» недолго. Гости восстановили равновесие на 17-й минуте матча. Ничейный счет сохранился до перерыва. Во втором тайме забивала только «Лида». Причем Данила Слесарчук отметился хет-триком, а Алексей Живушко закрепил успех нашей команды эффектным ударом со штрафного. Убедительная победа подопечных Алексея Добровольского со счетом 4-1 над гомельчанами переместила «Лиду» в число лидеров турнирной таблицы.